Всем привет, друзья! У микрофона Феникс. Мы продолжаем с вами путешествовать по миру Варкрафта. Сейчас мы отправляемся в Дом секретов, как было, как называется эта глава. Так, блеск. Так, уничтожил. Здесь, в принципе, орков не должно быть. Здесь должны быть ловушки. О, здесь даже техника есть этих самых. Дверь застряла. Круто. Гвардейцев. Так. Ух, блин. Вот моя авторизация. А вот это беда. Ууу. Есть. Повсюду эти пушки, особо не разбежишься. Мы должны расстрелять их все. Я могу отключить их из центрального блока безопасности. Значит, отправляемся туда. Работает изоляция. Чё, где? Так, эта дверь закрылась. А пушку пикнул где? Понятно. Еще минус. Так, только у меня патроны кончаются, как бы. Блин, ближний бой. Миномет, блин, пока это. Я в домике. Так, где еще? Ух ты! Есть. Ух, ёп! Ну, чё вы в них не стреляете-то? Есть. Так, где ещё? Всё? Бжим-бжим-бжим-бжим-бжим-бжим-бжим-бжим. Так, есть. Для исполнения протоколов безопасности требуется авторизация. Ты зараза, ты смотри на нее, есть еще уже. Собака. Череп. Воу, большая комната, больших возможностей. Так, теперь взорвать. В боковой комнате есть панель управления. Отведите меня туда, и я его отключу. Не, вон эти пушки сам убьешь. Так это чё? Это кто такой? Орк? А чё ты здесь орк делает? А
патроны. Блин. Есть. Так, больше не ездит, да? Отлично. О, здрасте. Сейчас еще что-то поедет. Вот по-любому что-то поедет. Скоро откроется выход, капитан. Но я боюсь, что турели дальше за этой комнатой остались активными. Угу, да не беда. Я и так справлялся раньше. С этим тем более справлюсь. Чё мне гранаты дают? Так, где это турели? Что содержится в этих контейнерах? Особи для моих исследований. Образцы, клетки, операционные залы. Здесь просто разит ксеносами. Это касается только инквизиции, ультраной. Странные эти... Да, странные эти ребята из Инквизиции. Вроде занимается злом, но вроде бы за добро. Так, что это такое? Что мне дали? А, Болтер Кракен. Этот модифицированный болтер ведет огонь особым боеприпасами с адаптивным... сердечниками. Они наносят мощный урон вражеской броне и способны доставать врага даже в укрытие. Это оружие навсегда заметно. Ваш стандартный болтер. Наконец-то мне болтер. Обожаю болтер. Где он? А ну. Ну какими? Бум-бум-бум-бум. Бьет. Король. Огневое ядро все еще активно. Отлично! Если это и есть огневое ядро Инквизитора, оно значит питает всю структуру? Нет, не совсем так. Ядро поднимается под крышу комплекса. Под ней расположен основной огневой блок. А попить. Прям на экскурсии в каком-то, блин, мега-музее. Музей железа какого-то, я не знаю. Самое главное, чтобы сюда орки не пробрались. Ёп. Совершенственный болтер рулит. Сюда едь. О, ракетная. Так, смотреть в оба их потолок. Ух ты, там еще одна. Есть. Просто супер. О, что там плавает? Да, ничего не... Блин, фу, они орков скрывают, там что-то делают. Обнаружены где? О. Так, поменять, поменять. Не, не хочу менять. Уу! Ёп. Жизни, щиты. Щиты. А я тут? Теперь с правой. А, правую уничтожили. Фух.
Не так-то это легко. Так, где сработало? Есть. Блин, трындец, ловушки здесь. Угу, сюда, да? Бесконечные двери какие-то, блин. Так, так. Комната управления за этими дверями. Воу. Ого. О, еще одна, о, еще одна. Да ну нафиг. Щиты, 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 щиты. Есть. Есть. Блин, конечно, подробно начнут. О, что такое? Прям желтое. Максимальная ярость разблокирована. Так, теперь уровень вашей ярости увеличивается быстрее. Ух ты, круто. Чтобы обрушить на голову врагов человечество, всю мощь, ярость, правосудие. Вау, круто. Теперь у нас супер турбо ярость. Так, ну и... Замечательно. Я скоро отключу все системы безопасности, капитан. Но боюсь, что они тогда уже не смогут сдерживать орков снаружи. А вы сможете выстрелить? Конечно. Нам стоит поторопиться. Это место скоро будет просто кишеть орками. Конечно. Системы безопасности отключены. Авторизация пройдена. Снятие блокировки. Ну, блин, я сейчас тут... На приходе турков. Да, долго не пришлось ждать. Не-не-не-не-не, там эта тварь. Круговая платформа. Уха. Иди сюда, орк. Ты не восстановишь жизни. А нет, ты вообще насмерть. Поместите контейнер в гнездо энергетического ядра, капитан. Снова риск облучения? Только если уроните контейнер. Ну ладно. Куда это быстро инквизитор-то ушел? Очень хорошо, капитан. Наконец-то вы избавились от необходимости носить его. Так, выполнено. Отойдите назад. Психическая плеть. Инициация протокола стрельбы. Так, ну и чё, куда мне? Тревога. Структуре нанесён урон. Внимание. Чего? Активирую аварийные обряды сдерживания. Какие обряды, Что мне нужно будет сделать, инквизитор? Вам нужно будет вручную перезагрузить весь массив. С применением силы, если потребуется. Где? Огневая камера! Ультрамарины, идите на лифт! Порты орки все портят. Где эта камера? Там?
Все в лифт. Да, если посудить за все наше прохождение, мы столько этих орков убили. Орки перерезали проводники, ведущие к огневой башне. Вы должны подключить проводники, капитан, иначе будет перегрузка и всю планету разнесет на части. Понятно. Блеск. Так. У нас ленточки появляются по ходу дела сзади, у нас все больше и больше печатей. Ага, здрасте. Это вы тут шалите? Глава 11, точка невозврата. Слушайте, почему это невозврата? Мне это не нравится. Иди сюда, поговорим с тобой. Значит, пару таких штук закрыть. Инквизитор, каналы снова подключены. Теперь идите к главной панели управления. Ага. Ёлки-палки, что это за такая хреновня? Авторизация на оружие подтверждена. Нажал. Основное удерживающее крепление освобождается. Ого, там ворот. Ё-моё. Воу. Чё за хреновня? Взгляните на шпиль. А? А я искал тебя, господин. А я искал тебя, десантник. У тебя есть кое-что, я думаю. Ну ты придурок. Ого. Чё это было? Оно всех взорвало. Почему не сработало? Проклятый Дроган. Не доверяй Инквизиции. Спокойно, ультрамарины. С этими орками мы справились. Десантник. Это типа было больно? И пришел хаос. Демоны хаоса? Как такое возможно? Инквизитор! Назад! Какой героизм! Дроган! Я верно служил вам, лорд Нимирот. Предатель. Понимаю.
Мой слуга сделал больше, чем я рассчитывал. Но он бы не справился без вас. Капитан Тит. Благодаря храбрым космодесантникам мы прорвались в эту реальность. Хитиор глупец, ты сопротивляешься моему прикосновению. Тит, капитан ультрамаринов. И касанию варпа тоже. Это весьма впечатлило моего слугу. Да, ты считаешь инквизитора предателем. Но Дроган умер еще до вашей первой встречи. А вас использовала моя марионетка во плоти. Меня так просто не убить. Вау. Только что посмотрели, как будто кино. То есть сейчас все меняется просто с ног на голову. Теперь у нас война не с орками, черт возьми. У нас война с демонами. С хаосом, мать их. А эти твари сильные. Это не тупые орки. Да, вот это дела, вот это дела. Вперед, ультрамарины. Ух ты, они как ниндзя умеют делать. Вперед. Вот сволочь, предатель. Уходим, уходим. Этот демон говорил правду? Это мы вызвали вторжение хаоса? Разумеется. Его марионетка-инквизитор манипулировал нами с момента встречи. И до нее. Этот лже-инквизитор послал сигнал бедствия. Я так не думаю, Леандр. Он был напуган, взволнован. Думаю, это был настоящий Дроган, обреченный на смерть. И она нашла его. Но убили его не орки. Агенты хаоса уже как-то проникли туда. Да, там наверняка... Космодесант, третья страна получается здесь, в этом... В этой чертовой войне. Хотя можно не воевать, пусть они против друг друга здесь сами, так сказать, разберутся. Ну, подождите. А ну, брысь от него. Демон. Так, куда идти-то? Куда идти нафиг? Ты вот пристал-то, а? Зря, надо было пробежать. Да они повсюду тут. Вон и призывал-то их, а? Твою ж мать. Ого. Ля-ля-ля. Давай, до свидания. Где же этот лорд Немерод?
Давайте-ка я вот так вот. На, вард. Просто так не отпускает, зараза. Окей. Как вы хотите познакомиться с моей новой пушечкой? Бегом, бегом к выходу. Пипец, мы натворили дел, в общем. Оказалось, это развязка, я думал, а оказалось. Не так-то оно. Все просто часть. Угасающий свет, жилой центр. Мы должны перерезать связь между вратами и башней. У вас есть план. Мы используем непобедимый. И снесем шпиль. Пушка Титана будет эффективна на таком расстоянии. Настало время использовать источник в своих целях. Зарядим непобедимый. Мы должны добраться до Титана. Я понял его намерение выстрелить из пушки по тому шпилю. Ну, в принципе, лучше, чем ничего. Мы эту кашу заварили, мы ее будем расхлебывать, как говорят, да? Да, силы хаоса вырвались. Так. Ага. Так, ну, череп. Да, блин, вот это да. Хаос, демоны, орки. Ну просто вообще еще этих не хватает. Эльдаров да ксенов. И вселился в его тело. Но зачем? В одиночку демон никак не смог бы пронести источник через миллион орков. Он нуждался в помощи. И мы ему помогли. Да, мы ему помогли. Меня обманули. Я несу ответственность за прорыв хаоса в этот мир. Генетическое сканирование завершено. Что это за железный? Предоставлен полный доступ. Так, древний артефакт создает персональный энергетический щит, который заметно усиливает точность силовой брони космодесантника, позволяя ему выдержать самые сильные атаки. Вот это круто. Мы просто уже даже преображаемся по ходу дела, по ходу всех этих. Да, помните, когда шли по этому залу? Какую-то сторону из этих сторон или где-то такое, по-моему, здание мы... и да, по-моему, этот самый зал. Говорили, что тут еще даже орков нету, а тут уже не только орки, и хаос уже. Вообще, куда идти? Ультрамарины, в атаку! Блин, бронированные гады. Что, может, с ними вообще не сражаться, да? Знаете, куда идти только? Вперед. У нас стоит главная задача. Так, тут топора не лежит, а? Я возьму. Капитан, пришло время озвучить мои опасения. Говори. Вы снова держали открытый источник, капитан. И его излучение снова не подействовало на вас. Что это значит? Что типа Тит с хаосом? Ну зачем он тогда бы сражался с тем Немиротом? Он ему бы наоборот поклонялся бы.
ты, понятно, пошли отсюда. Блин, куда идти? А, во. Кодекс Астартес гласит, что лишь те, кто заодно с Хаосом, могут выдержать касание варпа. Ты забываешься, Ультрамарин. Леандр, этот вопрос очень беспокоит и меня. Но поиск ответов подождет до того момента, когда мы остановим вторжение Хаоса. А если будет поздно? Леандр, хватит. Нам нужно идти дальше. Он его обвиняет в ереси. Его надо сжечь на огне, по словам Леандра. Но... Кстати, странно, да, почему? А, не подействовало, собственно. Он же такую дозу получил. Что за комнаты, блин, ничего не... Все пустые. Так, что у нас тут? Братья в атаку! Вот и десант, кстати. Этих самых демонов. Хаосов. Слушайте, нифига вы лупите, а? Да идите вы нафиг. Да я застрял. Сильные твари. Хаос не пройдет. Смотрите, в кого превратились наши гвардейцы. Как они кричат, The Hells. Не выглядит, конечно, они эпично. Эпичнее, чем космодесант Ультрамарины. Да елки-палки, куда идти? Куда-то вниз, а как вниз? Умри. Так, вон он спуск, я вижу. Так, значит, туда. Да уж, во дела, во дела. Ну где спуск? А, вон лестница. Сколько этого хаоса вырвалось. Только мы можем закрыть это ворота. Эти ворота, да? Гвардеец, рапорт. Господин космодесантник, они практически сразу напали на нас. Здесь космодесант. Капитан Тит, вы слышите меня? Это лейтенант Мира. Тут вся планета словно свихнулась. В этот мир вторглись силы хаоса. Доберемся до Титана и уничтожим врата варпа. Я знаю нужную дорогу. Аванпосты между комплексом Калкис и бастионом Праймус. Оттуда по железнодорожной сети можно добраться до мануфактории Аджакис. Понятно. Встретимся там. Угу. Ну так, задача все-таки Титан. Да, с молотом все-таки сейчас вот в это время, я думаю, будет лучше ходить. Забыл этих гадов как зовут. Мощные гады.
Бум. Так. Чё, прорываемся к Титану. Тут война такая идет, если мы будем каждого убивать. И голову ему бац. У меня туловище на этот раз. Ни хрена, это кто по мне такая? Нати. Все, космодесант, уходим. Лифт. Сначала вторжение орков, а потом еще и эти еретики хаоса. Удивительно, что это место вообще уцелело. Да, блин, врагов слишком много. Но есть еще два вида врага, так сказать. И слава богу, что их нет тут. С ними. Легионы хаоса. Рядовой, а ну соберись немедленно. Да, мэм. Остальные взводы собираются отходить в направлении бастиона. Держите эту позицию, или они будут отрезаны. Приветствую, ультрамарины. Ну что у вас, лейтенант? Настолько хороши, насколько это возможно, если учесть, что мы окружены вражеской ордой. Мы возвращаемся на командный пост, капитан. Угу. Ну, давайте пробираться. Ну, тут, в принципе, орков должно быть больше, чем хаоса. Я думаю, еще хаос так далеко не зашел. На чего? Ух ты, ёк, прям ракет поймал. Я его нафиг скинул. На тебе. Вот он там на дверях повис, аж ногами. На. Кто еще меня стреляет, а? Есть. Кстати, гвардейцы всегда стреляют из лазерного оружия. Почему, не знаю. Но вот всегда. Только в Retribution я видел, в принципе, как гвардейцы стреляют там из каких-то дробовиков. Другой вид, в принципе, гвардейских войск. Здесь же они только с, вот во всех частях они стреляют лазером. Так, ну и чё, и куда? Такое гигантское помещение, блин, непонятно просто куда идти. Ну, во. Туда, туда, туда. Но если они говорили, что если они хотят в Титан засунуть вот эту штуку, что мы несем на поясе, до этого нам говорили, что эта штука способна уничтожить целую планету, если они выстрелят в этот шпиль, так называемый, которому уже, кстати, уже ближе и ближе, то мы уничтожим и шпиль, и планету. Тоже что-то не складывается, да? Ну, тебе. А-а-а.
сквозь орков туда прорываемся. Ай, десантник. Он все равно его кто-то убил. То есть этот гвардеец. Да, больше всего здесь не повезло, конечно, гвардейцам, а здесь получились как пушечное мясо. Так, 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 ничего полезного не лежит. Блин, ну, побивает как сильно, а. Ой-ой-ой, тут еще эти, которые собаки эти. Огонь. Где-то там. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, этих собак слышу, не пойму, где они бегают. Вон. Еще слышу. Ты не за мной. Ты чувствуешь, что со мной где-то. Блин, такого танхана или не понимаю вообще. Кого стрелять первого? Слушайте, а с молотом-то я могу стрелять только из этой пушки. Да, молот ношу. Вот в чем беда. Сильные пушки не могу использовать. С легким оружием я могу. Блин, блин, блинский. Патронов вообще копейка осталось. Ой, это что за верзила с пулеметом? Как к нему попасть? Здесь же, правильно? Нельзя. Значит, обязательно его убивать. Где? Жуть нафиг. А, во. Привет, Мира. Иона, а я уж думала, что твои кости давно гложут демоны. Как видите, еще нет. Давай докладывай, Иона. Зеленокожие плотно нас прижали. И здесь, и у Бастиона тоже. Готовьтесь отходить к Бастиону. Не вступайте в контакт с силами Хаоса, пока у меня не будет подкрепления поддержать вас. Есть, лейтенант. Да, как будто и так легко, да? Тут уже непонятно, от кого отбиваться, от Хаоса или от орков. Капитан Тит, прошу сюда. А? Куда? А, сюда, да? Да, ребят, серия вышла очень действительно офигенная. Блин, такие прорывания просто дичайшие. Офигеть. Ну что ж, продолжать мы уже будем в следующей серии. В этой пока все. Всем всего. До скорых встреч в следующей серии. Пока-пока.